вот этот сорт морковки был посеян как император. Но, к сожалению, он не очень похож на этот сорт. Император должен быть немножечко другим. Ну, делать нечего. Все равно морковка в целом неплохая. Так что с морковкой можно сказать, что вопросы закончены. Ну, а морковка – это замечательный корнеплод. Без нее на огороде никак. Поэтому я желаю каждому огороднику получать хороший урожай морковочки, чтобы она хорошо хранилась и всегда была под руками.